Северский район включает в себя 12 поселений, в которых проживает более 120 тысяч человек. Муниципальное образование считается одним из самых перспективных на территории Краснодарского края. 2021 год стал непростым. Сказались последствия пандемии и, как следствие, спад экономики. Но все финансовые обязательства администрация района выполнила своевременно и в полном объеме. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило более 5 миллиардов 443 миллионов рублей. В ранжированной таблице среди муниципальных образований края Северский район по темпу роста за 2021 год занимает 4-е место, а по выполнению плана – 1-е место. В бюджет района поступило более 936 миллионов рублей собственных доходов. Плановое бюджетное назначение по платежам выполнено всеми поселениями района. Для развития промышленности в район привлекаются новые инвестиции. На сегодняшний день в стадии мониторинга находится 10 инвестиционных протоколов на общую сумму более 106 миллиардов рублей. Объем промышленного производства превысил 188 миллиардов рублей, что позволило Северскому району попасть в тройку лидеров в краевом рейтинге по темпам роста. Нефтеперерабатывающая промышленность уже много лет остается для экономики определяющей. Два крупнейших завода ООО «Афипский НПЗ» и ООО «КНГК и НПЗ» проходят масштабную модернизацию. По результатам двух краевых конкурсов четырем промышленным предприятиям Северского района «Рубин», КЗКО «Энергостандарт», «Югполимер» и «Промтеплоснаб» присвоен знак «Сделано на Кубани». Важнейшая задача – качественное обеспечение потребителей коммунальными услугами. Для этого в станице Северской построили новую блочно-модульную котельную «Запорожская», оснащенную современным и высокотехнологичным оборудованием. В поселке Ильском завершена реконструкция двух котельных ГРКК и животноводов. В рамках программы развития жилищно-коммунального хозяйства выполнены капитальные ремонты артезианских скважин в хуторе Коваленко и станице Смоленской. Национальные проекты дают возможность привлечь федеральные ресурсы под реализацию масштабных целей и задач. Северский район принимает участие сразу в нескольких национальных проектах. В рамках национального проекта «Демография» Управлению социальной защиты населения района направлено 213 миллионов рублей на оказание мер социальной поддержки семьям с детьми. В рамках федерального проекта образования 44-я школа станицы Северской вошла в перечень образовательных организаций края, на базе которых планируется создать центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». По федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» в школы района приобрели 3 автобуса. В школу 16 поселка Ильский, 19 поселка Октябрьский и номер 32 села Михайловского. Благодаря реализации краевой программы «Дети Кубани» новое жилье получили более 40 юношей и девушек, оставшихся без попечения родителей. К домам подведены все коммуникации – газ, свет и вода. В самих квартирах сделан косметический ремонт и установлена необходимая сантехника. В реализации национального проекта по повышению производительности труда участвует предприятие «Агрофирма Кубань». 2021 год для района стал настоящим испытанием на прочность. В июле резко поднялся уровень воды в реках Шепш и Афипс, подтопило территории сел Шабановская и Тхамаха, а также станицы Новодмитриевскую, Ставропольскую и поселок Афипский. Последствия паводка ликвидировали незамедлительно. В пострадавшие от стихии поселения направились волонтеры, специалисты служб, казаки и военнослужащие. Вместе с жителями они откачивали и дезинфицировали колодцы, вывозили мусор, очищали территории от ила и грязи, провели необходимые санитарные мероприятия и ремонт инфраструктуры. Пострадавшим жителям выделили материальную помощь в виде субсидий и социальных выплат. Для предотвращения подобной ситуации русло реки Шепш очистили от лишнего грунта. Работы проводились на участке протяженностью 4 километра. Для своевременного реагирования на угрозу подтопления на реке Убин южнее станицы Азовской установили ультразвуковой детектор уровня воды «Эмерсит УД-10». Региональный проект формирования комфортной городской среды позволяет благоустраивать общественные территории и превращать их в настоящие островки отдыха для местных жителей. Благодаря проекту в станице Северской появился новый современный парк «Сосновая роща». Благоустроили сквер в станице Смоленской. Открытие обновленного парка стало настоящим подарком для жителей поселения. Субботники стали неотъемлемой частью жизни Северского района. Еженедельно администрации городских и сельских поселений проводят мероприятия по
благоустройству и наведению санитарного порядка. Впервые район принял участие в экологическом проекте Nokian Eco Challenge «Россия без шинных свалок». Благодаря проекту с территории района вывезено более 38 тонн отходов. Много лет в районе проводится масштабный субботник «Зеленая Россия». Ежегодно весной по инициативе районного географического общества проводится мероприятие «Чистый Собер». Окрестности горы Собербаш убирают от мусора волонтеры. Неблагоприятные погодные условия создали большие сложности для аграриев. Из-за смещения сроков сева пришлось сократить посевную площадь на 3000 гектаров. Подтопление снизили урожайность зерновых и подсолнечника. Минимизировать потери помог профессионализм аграриев. Благодаря их самоотверженному труду собрали урожай в объеме 134 тысячи тонн зерна. В сельское хозяйство района внедряются современные технологии, улучшается производственная инфраструктура, значительные средства вкладываются в обновление парка сельскохозяйственной техники. Укрепляет свои позиции животноводство. В хозяйствах всех форм собственности поголовье крупного рогатого скота составило более 7 тысяч голов. Реализуются и новые инвестиционные проекты. В 2021 году на территории района начата работа по закладке сада орехоплодных культур и строительству цеха переработки грецкого ореха. Визитной карточкой района считается гора Собербаш. В числе главных достопримечательностей – уникальный ландшафт и прекрасные места для отдыха. В то же время муниципалитет расположен буквально в 30 километрах от кубанской столицы города Краснодара. В конкурсе «Курортный Олимп 2021» Северский район занял второе место в номинации «Лучшая горно-предгорная территория». Завершены работы по капитальному ремонту здания гимназии и среднеобразовательной школы номер 4 поселка Афипский. Продолжается строительство блока начальной школы на 400 мест Афипского лицея. Почетного звания «Заслуженный учитель Кубани» удостоена учитель физики Лариса Аванесян. В 2021 году 51 выпускник получил медаль за особые успехи в учении. На отлично закончили 9 класс 73 ученика. В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» провели капитальный ремонт ДК в Афипском и Львовском поселениях. Участие в федеральном проекте «Культурная среда» позволило выполнить капитальный ремонт в Ильской детской художественной школе. Северский район – территория спорта. В селе Львовском построили новый современный спортивный комплекс. Строительство финансировалось из местного и районного бюджетов. Копилка района регулярно пополняется золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. А 6 спортсменов получили звание мастера спорта по спортивной акробатике. Среди праздников и памятных дат особое место занимает День Победы. Сегодня почти не осталось свидетелей тех страшных событий, но память о подвиге соотечественников продолжает жить в сердцах россиян. Из-за антиковидных ограничений массовые мероприятия 9 мая были отменены, но достойно поздравить героев Победы все же смогли, организовав выездной концерт для каждого. Северский район обладает богатыми природными ресурсами и огромным потенциалом. Здесь живут трудолюбивые и талантливые люди, ежедневным трудом превращающие свою малую родину в процветающий район Кубани.